Я в Москве. Буквально вчера прилетел из Мехико-Сити. Итак, у нас все получилось. Талгат в данный момент находится в штате Техас. Вышел он несколько дней назад. Мы готовим по нему материалы. Вчера он вышел на связь и мне прислал порядка 5 видеороликов. Мы будем их выкладывать каждую неделю. Он будет снимать все, что он видит, и все, что с ним происходит в настоящий момент. Ребята, я готовлюсь к еще одной поездке. Скорее всего, это будет в декабре. Мы соберем примерно 4-5 семей, и я поеду вместе с ними. А на будущее мы подключаем еще несколько наших партнеров и сотрудников из компании Migrant Media, которые будут заниматься сопровождением наших клиентов в Мексике. Как вы знаете, на пересечении границы в Мехико-Сити, в аэропорту, у нашей семьи, у Талгата, у Нурджамал и детей там возникла небольшая трудность. Их продержали в аэропорту в пограничной зоне примерно 3,5-4 часа. На моих глазах депортировали семью из Китая, там еще несколько семей азиатской национальности. Талгат позвал меня, и буквально за 10-15 минут я решил их проблему. Несмотря на то, что у них была виза, ну, создали трудности. Вообще, ребята, если вы планируете въезд в Мехико-Сити и в Мексику для того, чтобы подать на убежище в Тихуана, вы должны понимать, что ребята, которые вас встречают, первые ребята, которые вас встречают в лице пограничников паспортно-визового контроля в Мексике, они прекрасно понимают, зачем вы едете и куда, ну и создают вам определенного рода трудности. Но надо быть юристом, чтобы эти проблемы разрешить, что мы, собственно, и делаем. Итак, будем рады вас видеть в нашем офисе. Я здесь, я на связи, Екатерина, Алексей. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока.